У конкурса три номинации. Помним, гордимся, нам доверена память и цена великой победы. Победителей выберут в трех категориях. Среди детей дошкольного и школьного возраста, среди взрослых, любителей и среди профессионалов. Это могут быть студенты профильных училищ и вузов, а также художники. Допускается любая техника, даже компьютерная графика. Но исключены масляные и флуоресцентные краски. В жюри входят представители Союза художников России, Союза филателистов России и Министерства обороны. Необходимо не позднее 24 января. Направить конкурсную работу, а также заполненную анкету в региональный оргкомитет конкурса, в данном случае в Краснодар, на улицу Карасунскую, 68, с пометкой на конкурс рисунка. Мы будем общаться со школьниками, художественными школами, предлагать более активно участвовать в конкурсе. Я думаю, что если в городе Сочи победитель марки, у нас богатые традиции, но все-таки посвященные Дню Победы, я думаю, что сочинцы могут осуществить. Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Почты России.